Здравствуйте, вашему вниманию обзор по Haval M6. Вот несколько роликов снял, понял, что людям интересно. Люди интересуются, задумываются. В этом обзоре покажу вам, как работает аудио, видео, как смотреть ролики, что включать, как вообще вот панель мультимедиа, что из себя представляет, какие кнопочки там можно понажимать, чтобы было удобно пользоваться автомобилем. Ну, давайте сейчас с вами перенесемся. Следующий обзор будет уже внутри автомобиля. Показываю вам панель мультимедиа на Хавале М6. Было много комментариев и вопросов в предыдущем ролике, когда я показывал, что можно смотреть видео. На некоторых, я так понимаю, что автомобилях прошивка самой мультимедиа не позволяет смотреть. Но как бы мы приобрели машину конец 23-го года, то есть у нас как бы все есть. Первое, это у нас радио FM. Вот выбираем FM. Ну, это как и все, радио перематываем. Можно выбрать себе какие-то отдельные, вот звездочки выбрать, которые вам более всего понравятся. Вот, допустим, у нас тут радиостанция, да, вот мы в Рязани смотрим. Видео, флешка уже вставлена, там у нас файлы аудио, музыка и, соответственно, накачали детям мультфильм. Вот переключаем. Это музыка. Это у нас будет какие-то треки. Вот я себе накачал. Картинки не знаю что. И вот у нас список есть мультфильмов для детей. Даже для интереса себе скачал бриллиантовую руку. Для испытания. То есть, в принципе, все работает. Вот такая вот. Вот такая. Такие файлы и музыкальные. И видео есть. Все как бы, если у вас все работает. Картинок нет таких, я честно не знаю там как. Вот так. Что еще тут хорошего? Ну, в принципе, про музыку и про видео вам все рассказал. Мне кажется, тут все понятно. Так, ну и соответственно ролики, видео. Вот. Что-нибудь нажимаем. Звук я сейчас убрал. Вот у нас пошел мультфильм для детей. Так что все работает. Желаем, чтобы у вас тоже все работало. Также вот тут есть кнопки, да, если подключить телефон к Bluetooth, можно звонить, выбирать там номер телефона или кому-то звонить. То есть можно, идет звук непосредственно из гарнитуры. Вот отсюда. Так, это мы включаем кондиционер. Что у нас тут? Климат-контроль, да? Соответственно, прибавляем себе тепло, холодно в машине, ну и куда будет дуть. Это вот такая функция, еще одна, очень удобная. Так, что тут еще есть интересно, если на эту кнопочку нажать, будет, соответственно, такие функции настройки. Дисплей, яркость, там, не знаю, там. Когда вы смотрите видео, допустим, мультики там есть, можно вообще ограничить, нажать кнопку, то есть при движении он будет выключаться. Там, ну, мы убрали, потому что мы сидим, я особо не отвлекаюсь, дети с заднего сиденья мультфильмы там смотрят. Язык, русский, английский, тема. Так, что-то у нас громкость, пожалуйста, включается. Так. Общая информация о версии ПО. Вот у нас, видите. Потому что я так понимаю, что от версии ПО зависит и многие функции. Как раз вот некоторые говорили, что не работает там, допустим, нельзя видео посмотреть. Это, я так понимаю, что функции вот это ПО, кто-то их прокачивает, кто-то не советует прокачивать, ну, у каждого свое. Ну, в принципе, про дисплей, наверное, все вам и рассказали. Машина хорошая, машина радует. Поэтому, если рассматриваете возможность, вот есть такие функции, может быть, пригодится ролик и вам.